геморрагемортан. Очень часто золотистый стафилококк является заболеванием, которое в дальнейшем приводит человека к менингиту, а также постоянным пневмониям, весной к аллергии, в раннем детстве к заболеваниям ревматоидных артритов ног и рук. При этом, если у вас есть золотистый стафилококк, то вашими заболеваниями на протяжении жизни может быть скарлатина, а также золотуха, а также свинка, паротит. Это вот все является разновидностями проявления. Каждого человека, который живет в постсоветском пространстве, находится в крови золотистый стафилококк. И бесполезно заниматься любым лечением, потому что практически каждый человек до возраста 40 лет имеет вот такое заболевание, инфицирование своей крови золотистым стафилококком. Увеличение слюнных желез, опухание безболезненное слюнных желез и периодически выделение слюнных желез желтого налета, а также образование свищей на нашей коже. Абсолютно отсутствуют препараты, при помощи которых мы могли бы с легкостью полечить заболевания крови. Их просто, друзья мои, нет. Но к крови никто не прикасается. Почему? До конца не выявлено, каким образом можно ее почистить. Но оказывается, об этом было известно. И как кровь очищать, эти советы были даны еще тысячи лет назад в тибетских книгах. Наш препарат, который называется геморрагемортан, это препарат, который очищает кровь. Препарат геморрагемортан очищает кровь и лимфу от токсинов, вирусов, микробов и бактерий, способствует профилактике, лечению и нормализации работы печени, стимулирует обмен веществ и кроветворение, компенсирует витаминную и минеральную недостаточность, нормализирует кислотно-щелочной баланс. Геморрагемортан. Чтобы весь организм работал четко, эффективно и слаженно, необходимо поддерживать его в чистоте.